разводят на дорогах не только мошенники. Посмотрите, как инспектор ДПС водителя грузит. А с какой целью вы лампочки освещения заднего госномера сделали не белыми? Какими? Они у вас сиреневые. Видно, да? Да, фиолетовые. Сиреневый или фиолетовый, водителю, похоже, абсолютно фиолетово. Ведь за лампочки любого цвета, кроме белого, штраф минимальный. Сколько за штраф у нас сейчас? Решение на срок 6 месяцев или 1 года. Вот так здорово. Ну вы же видели, неправильные лампочки установлены на задней части машины. Это влечет только штраф 500 рублей. А инспектор норовит привлечь водителя по статье за установку нештатных лампочек на передней части машины. Ну что действительно чревато лишением прав. Перепутал зад с передом и не только. Смотрите дальше. Сергей, я вас попрошу, когда вы вынимаете лампочки, мы их сейчас оформим в таком виде и приобщим к лампочке. Ну, вынимайте. Вот тут водитель прав. Ты инспектор, ты лампочки и вынимай. По закону предметы изымает только должностное лицо, причем под видеозапись или присутствие двух понятых. Но полицейский продолжает упрямствовать. Значит, вы не будете выполнять законы требования центральной полиции, да? Если вы откажетесь выполнять мои законы требования, откажетесь... Нет, торопитесь, инспектор. Я за вашими проделками просто не успеваю. Требование выкрутить лампочки – незаконное требование, ибо закон не обязывает водителя выполнять за полицейского его работу. Откажетесь добровольно их передать. Соответственно, это будет расценено мной как невыполнение закона требований полиции. И я на вас составлю еще протокол один. Что? До 15 суток ареста за невыполнение? Ну, это уже бесстыдный шантаж. Поскольку требование вынь да положь незаконное требование, то и наказание за него невыполнение никакого. Да, вот никак не пойму, чего в этой истории из Ивановской области больше? Лампочек вне закона или закона до лампочки?